Сегодняшняя тема вашему драгоценному вниманию. Добро пожаловать на новую землю. Прогноз ангела на март 2021 года. Подобно возвращению из долгого путешествия по неспокойному морю, ваша лодка прибывает в пункт назначения, немного потрясенная, но целая и невредимая. Вы добились такого большого прогресса за последние 4 месяца, и теперь пришло время пожинать плоды. Добро пожаловать на новую землю. Энергии Марта. В воздухе образуется легкость. Более стабильные энергии помогают вам настроиться на световые потоки, чтобы вас не трясло так сильно при каждой смене. Для большинства из вас великие волнения, наконец, утихают. Вы вступаете в новую фазу, в более спокойные, кристально чистые воды. Эта текущая фаза поможет вам осознать пройденный рост и изменения, познакомиться с новой энергией, закрепленной на Земле, а также поможет вам вести за собой тех, кто только начинает путь. Чтобы быть в таком состоянии, чтобы помогать другим, вам нужно чувствовать себя выровненными, защищенными и понимать, что все, через что вы прошли, было не напрасно. Это такой период, и он продлился около 3-4 месяцев, а может быть и больше для некоторых из вас, помогая вам приспособиться к новому. Вдохните, вы сделали это. Лидеры новой земли. В марте наступит мир и перемены, с которыми вы сталкивались в прошлом, подготовили вас к этому спокойствию. Вы все еще продолжаете закрепляться, трансформироваться и ускорять свое расширение в более легкой версии. Но оно будет ощущаться менее напряженным. Если мы придадим этому времени символическое значение, то это будет момент, когда гусеница выходит из своего кокона. Вы просто осознаете великое расширение, которого вы уже достигли, в то время как вы видите и понимаете все более ясно. Завеса иллюзии, скрывающая вашу способность видеть вещи такими, какие они есть, поднимается, давая вам доступ к мирам, осознаниям, дарам и эмоциям, которые вы редко испытывали ранее. Вы будете сильны в своей собственной силе, помогая вновь пробужденным работникам света найти свой путь. Вы великие учителя и лидеры, которые постепенно начинают находить свой путь на новой земле. Без вас новая земля была бы потеряна. Через вас многие дары, таланты и учения становятся известны для многих. Существа света помогают вам понять и постичь пути новой земли. Многие из этих путей уже существуют внутри вас. Это самое начало формирования новой земли. Ничего не было бы возможно, если бы не это время прямо здесь. Если бы не вы. Это начало новой земли. Ступая на новую землю. Некоторые уже начали ощущать новую земную энергию, в то время как некоторые все еще пытаются приспособиться к сдвигу Гранта. Новая энергия Земли начинает проявляться для вас медленно. Она здесь. Но вы просто настраиваетесь на ее частоту. Это то, что было все предыдущие месяцы. Через несколько недель, когда вы привыкнете, вы поймете, о каком великом сдвиге мы говорим.
Это время прямо здесь было долгожданным для нас в сфере духов. Мы празднуем это событие и не можем дождаться, когда вы наконец поймете, какую великую работу вы проделали и насколько важна в этом ваша роль. Новая Земля прежде всего начинается через работников света. Новая Земля будет ощущаться все сильнее и сильнее. Это изменение чистоты, изменение восприятия, сопровождаемое эмоциями, осознаниями, знанием, которые ранее были недоступны пониманию. По мере того, как первые из работников света совершают скачок в эту чистоту, за ними, как магнит, следуют другие, и вскоре все представление о Земле начинает смещаться. Правительство, законы, то, как вы реагируете, живете, существуете, все это начинает меняться, потому что люди больше не совместимы со старым. Новое земное формирование существует в энергии и медленно пробивает себе путь. Некоторые из этих изменений начнут происходить в мире и в природе. Иногда старое нужно стряхнуть или оторвать, чтобы очистить. Многие различные сценарии ждут, когда это начнет происходить. Истины выходят на поверхность, власть имущие видят их такими, какие они есть. Исследования выявляют то, что скорее вредно. Кроме того, Земля сдвигается и изменяется так, что будут происходить многие землетрясения и природные явления, поскольку Земля тоже проходит через свою собственную трансформацию. Не бойтесь, все хорошо. На самом деле это время должно быть отпраздновано. В марте вы начинаете настраиваться на новую Землю. Будьте открыты для моментов блаженства, покоя и прорывов. Следуйте своей интуиции. Вы на верном пути. Маленькое дополнение. Наши сомнения, наши переживания, наши боли и наше зацикливание на мире материи не дают нам возможности прочувствовать новые состояния. Поэтому очень хорошо было бы для всех нас, просыпаясь утром, обозначать для себя или сонастраиваться, или разрешить себе проявляться на новой Земле. Это очень похоже на фотографии. Вот как происходит проявление, когда вы делаете новый снимок. Можно даже помочь себе записать новую программу на свой диск «Золотой подсознание». «Я здесь и сейчас просыпаюсь на новой Земле». Или «Я в своем настоящем чувствую энергии новой Земли». Вот ваша любая интерпретация.